кто у нас тут попался? Прям интересно, кто же это может быть? Трофей не меньше. Крепкий, крепенький субъект. Давай, давай. Давай, 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 тащись. Рыбина. Хорошо, пошла, хорошо. Сейчас бац, и плотва как они на полкило. Просто подкачанная. Типа Мельдонию случайно жахнуло и понесло ее. Всем рыбам морду бьет. Реально кто-то такой тащит, прям серьезный. Не хочет, пойду я сюда, нет, нет, ни за что и никогда. Давай, давай, чуть-чуть остался. Даже если ты Платон, на тебя все равно интересно будет посмотреть. Вау, это что-то серьезное. Нет? Это палия. Иди сюда. Доброго времени суток и хорошего настроения. Всем привет. Это игра «Русская рыбалка 4». Я нахожусь на реке, ой, на озере. На озере Ладожском. И ловлю, как бы это странно мне казалось, сейчас объясню, почему палию. Буквально вчера на стриме коллега с ником Лесник сказал то, что здесь ловит сига. Сказал координаты, какая клипса, и я, в общем, решил с утречка пойти на рыбалку, посмотреть и половить сиг. В чате, кстати, он появился, сиг Ваксинский, на кило, но как бы то не было. Меня сик не зашел. Точнее, вот такие есть. И гораздо меньше. Сейчас заправлю. Ха. Вот. Мелочи заходило очень много сигов. Но гораздо меньше, чем вот здесь вот самый маленький. Но удивило то, что пошла плотва. Плотва, палия. Читаю про плотву, говорю, показываю палию, говорю плотву. Тоже и мелкая была, но тем не менее, если по массе посмотреть, то достаточно хороший зачет. Конечно, всякая вот такая мелочь попадается периодически. Вот палия лучская есть. Обыкновенная плотва, это вот пипус. Пипуса мелкого очень было, ряпушки очень мелкой было много. И вот немного сигов. Но тем не менее, часто заходит палия. Уже нахожусь где-то здесь в районе 2 часов. И в целом, в принципе, клёв-то идет. Не стал бы я говорить, что это раздача точки. Тут рипс, кстати, появился. Но в спокойном темпе можно ловить. И ловить причем хорошую палию. Нахожусь я на координатах 61-133. Это вот здесь. И сейчас снасть покажу. Кстати, что-то крупное идет. Где-то в районе 3 начинает появляться активный клюв. Кстати, сик стал появляться. Не знаю, с чем это связано, но я даже ставил прикормку на сига. Ну, никакого эффекта не возымел на это. На клюв. Вот он и без прикормки теперь стал потихонечку сюда подтягиваться. Наверное, там какая-то очередь у них
Сегодня Пали, завтра Сик. Не знаю. Вот как-то так. Ну, ёршики это, конечно, тоже прикольно, пусть остаются. Так, кстати, снасть. Вот у меня обычные персеи стоят. И здесь самое интересное, то что у нас. Флюрокарбоновый поводок на 5,4. Крючок большой номер один. Ставил 10. Вообще мелочь одна шла. Мучился только, поставил большой. Вроде бы мелочь лишней стала сходить, но тем не менее появлялся. И вот личинка подъемки. Дали мне для образца прикормку. Наверное, это не в тему будет на Сига, но тем не менее. Сейчас покажу. А вот. Рецепт такой. Комбикорм, мотыль, рубленый червь, рыбий жир. В садке у меня сейчас, если по времени смотреть, 2 часа 8 минут. Ну да, где-то вот так. Посижу еще часик и посмотрю, какой результат будет. После 3 часов ловлю. Наверное, здесь я уже сразу на рынок уйду сдавать улов. Надеюсь, что с полей будет достаточно хороший навар. Не знаю точно, но надеюсь. Полей все-таки дорогая рыба. С плотвой, да. В портянках от Версача еду. Хотя кто знает. Плотвы-то все-таки не так много заходило. Сик, Пали могут дать хороший результат. В общем, я гадать-то не буду. Кстати, 40-й хвост идет в садок. Это не считая мелочи, которой полно было. Много. Это окунь, что ли, или кто? Окунь. Началось. В общем, посижу еще часик. Так, кстати, клипсы здесь 35, пробую 35, 40, 45, в общем, пока на 35. Результат примерно одинаковый, что на 35, что на 45. Особой разницы не заметил. А вот еще одна. Опа. Тащу одну рыбину, тут уже вторая на подходе. Хорошо. Кстати, тоже Пали идет. Маленькая, но зачетная. Супер. Вау, тут крупняк. Хороший крупняк. Килограмма на 2. Ну-ка, давай, покажись. Нет, не вижу. Ой. Сиг Уоксинский. Не крупняк, но прикольно. Хороший экземпляр должен быть. О, сопротивляется, не хочет. Давай. Сильно сопротивляется. Давайте посмотрим, что у нас тут выйдет. Опыт топали необыкновенных. Будушская, по-моему, да? Стой, да не болтайся ты. Ага, шипа. Рыбалка.
набирает обороты, да? Ну вот, уже где-то 3 часа должно было пройти. Сейчас посмотрим. И, может быть, я чуть-чуть еще посижу, но если по игровому часов до 9-10 максимум. И пойду на рынок. Кстати, таких сигов очень много зашло за ночь. Олег поактивнее, чем до этого пару дней. Тем не менее, улов увеличился немного на какое-то количество, но не настолько много. По-моему, хвостов на 15, так 18 где-то. Но чисто из-за того, что очень-очень много идет мелкой рыбы. Прям одна за одной. Ряпушки много, сиги. Гальян даже тут зашел такой небольшой. Но тем не менее, вот такие вот пали идут. Увеличилось число пойманных сигов за это время. Но все равно гораздо меньше, чем пали. Вот и получается, что сейчас вот уже 8 часов где-то, да, до 10 можно еще посидеть и уже на рынок перейти. Вот такой полно было, много очень было. У меня где-то 400 с чем-то было чинок паденки, сейчас 204, делайте вывод сами. Сколько потратилось просто вот на мелочи. Но, тем не менее, результат в садке очень даже интересный. Верши, корюшка, окунь, палия. Лудожная. Палия обыкновенная. Ее больше всего получилось. Плато, ну как без плато, как говорится. Рипус, ряпушка, сик валамский, сик ваксинский. Вот, кстати, побольше стал. Валамского один всего. И сик лудога 2. Вот у меня что-то с последним фидером пошло крупное. Напоследок, как говорится. Я сейчас ее вываживать буду, эту рыбину. И развоплощусь на этой локации и буду воплощаться на рынке. Ведь такой сейчас вот интересно прям посмотреть. Прям любопытно. Я уже 2 фидера сложил. Осталось третий только-только взять, а вот сразу поклевка. Давай. По-моему, это сик. Ваксинский. Отличный экземпляр. Мне нравится. Все. Так. Вот я. Материализовался на базе. Сейчас пройду в кафе. Может, что-то отдельное есть? Так, уклейка 5 штук у меня. Нету. 6 штук тоже нету. Стер. Что-то попадало. А, на мясо ушло. Синца не было, сид лудога. Такого у меня нету. Все, щуку я не ловил. Ладно, идем на рынок. Так вот, по времени вылова. Ну, 3 часа 19 минут. По цене. Отличный результат. Вот пали пошла хорошая. Последнюю ночь. Скажем так, в целом улов хороший. Сиги. Если в целом, если посмотреть, уберем нужные всякие окуни-корюшки, то получается, что вот пали. Всего получается 104, хорошо. Пали обыкновенные 267. Отличный результат. Это 12 монет, ну ладно, это понятно. Сиг ваксинский. 73. И лудога, но это мелочь. Можно еще вот корюшку посмотреть. Любопытный такой момент. 53 грамма, это 2 монеты. Классно. Вершами еще. Ох, ничего себе, 4 монеты ёршик стоит. Вот сколько ёршикин? 8 ёршиков на 20 монет. Круто. Ага, рипс у меня есть. 2 рипса на 12 монет. Ряпушка. Ряпушка, да, прикольно. Нормально, ладно, вся рыба. Вся рыба у меня потянула на 546 монет.
по-моему, все-таки хороший результат за 3 часа. Вывод: в принципе, рыбалка удалась очень даже хорошо. Пусть не тот ожидаемый результат, который я планировал, но результат хороший. Ну что ж, вместо сиков получилось палево. По-моему, может быть, даже это лучше, чем хотелось бы изначально. Ну, а если у вас получится сигов больше наловить, пишите в комментариях, ну или о других своих результатах. Буду рад почитать их. А на этом я буду прощаться с вами. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.